Домашний йогурт для детей готовят из молока и закваски. В раннем возрасте этот йогурт просто незаменим, он полезный, питательный, вполне сможет заменить одно из кормлений. Старшеньким добавьте сахар. Для приготовления йогурта купите бактериальную закваску. На ее этикетке должно быть указано нужное количество молока. Я всегда делаю из расчета 0,5 граммов закваски на 1 литр молока. Получается густой и вкусный йогурт. Сахар лучше заменить на мед, если у малыша нет аллергии. Деткам старшего возраста можно предложить варенье к йогурту или фруктовые сиропы. Удачи! В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте продукты. Возьмите молоко рыночное или магазинное. Магазинное в кипячении не нуждается, но для маленьких деток лучше не рисковать. Остудите молоко до 40 градусов. Баночки для йогурта тщательно вымойте и простерилизуйте удобным способом. Можно прожарить их в духовке. Дайте баночкам остыть. В молоко влейте закваску и перемешайте. Разлейте по баночкам молоко с закваской. Количество молока может варьироваться, согласно инструкции вашей закваски. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Установите баночки в йогуртницу. На датчике температурные границы не должны превышать 40 градусов. Накройте крышкой йогуртницу и оставьте на 8 часов. Готовый йогурт охладите пару часов в холодильнике. После чего добавьте ванилин и сахар по вкусу, угощайтесь. Вкуснее тем, кто подпишется. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Молоко 1-2 литров, закваска бактериальная йогурт 0,5 грамма, ванильный сахар по вкусу, сахар по вкусу, количество порций 6. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.